Так, Настенька уже мне заказывает что-то на непонятном мне языке. Да, сейчас я тебе знаю, что заказать. Ребят, я ей полностью доверяю. Она мне сегодня такой обед классный вообще выбрала. Ну а мне томатный сок, как обычно, только безо льда. То, что мне всегда приносят со льдом. Здесь все очень О, отлично, как раз для меня. Я уже потихоньку привыкаю к этому. Я им скажу, что надо спать. Я даже знаю, что мы здесь сидим. Суп том я, мы там любим. Имя это мой тоже любимый. Я тебе закажу. Ну, да, да. Спайси, медиум спайси. Вот, это я сам могу заказать. Это слово я знаю. Этот суп я знаю, я его люблю. Нет, да. Бывает острый, не острый и очень острый. А, тут три его вида. Я тебе ну тогда мне закажи, как обычно. 8 перцев. Да, 8 перцев. Ну, я скажу, что не острый, будет 8 перцев, 100%. Ну посмотрим. Так, Настенька, все выбираем. Все, да. До новых встреч.